Говорят, что самая большая зависимость от власти. Я этого никогда не чувствовал. Я вообще никогда не был зависимым человеком от чего бы то ни было. У меня не было соблазна остаться на такие сроки. Никогда. Два срока достаточно. Может быть, можно по 5 лет. Два, но и больше. Два президентских срока подряд. Вот этим я и буду руководствоваться. Как вы относитесь к возможности увеличения срока президентских полномочий и к возможности избираться на этот пост 3 и более раз? Я отношусь к этому отрицательно. Клянусь соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации. С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую Конституцию. Изменение Конституции под конкретного человека я считаю некорректным. Я же не цеплялся за эту должность, хотя мог легко, имея в виду конституционное большинство правящей партии «Единой России», изменить Конституцию. Вот взять из Конституции убрать обязательную сменяемость, ну, как-то не могу, мне это не нравится. Если бы я считал, что тоталитарная или авторитарная система является для нас наиболее предпочтительной, то я бы просто изменил Конституцию. Как вы понимаете, это было легко сделано. Пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России. Самое плохое и самое опасное, что может быть для человека, который занимается политикой, вцепиться в свое кресло руками и зубами и думать только об этом.